Итак, всем привет, это Тунис 1. Карта превосходства. Вот, это маленький гайд. Так как я ее отыгрываю, вот, как более-менее эффективно там отыгрывать. Значит, что мы делаем в первую очередь? Мы можем с тобой отыграть первую линию, можем отыграть четвертую линию, когда ехать на точку Б. Давай рассмотрим этот первый вариант. Что мы делаем? Поджимаем вот этот камень. Вот здесь между двумя камнями есть проезд, откуда противник может выезжать. Отсюда противник тоже может выезжать. И отсюда, соответственно, тоже противник может выезжать. Вот эти вот две пальмы, откуда противник тоже у нас переваливается... Переваливается вот через этот холм. Тоже можно контролировать. Тут можно вообще все, весь бой простоять. Да? Вот там замес может начаться, да? Ждем, пока наши продавят эту точку и захватят ее. Едем дальше. Покажу два камня сразу. Потому что многие не знают, что делать, куда ехать. Едут и не чувствуют. Мы пойдем сейчас с тобой налево, да? Опять-таки, вот здесь можно прокатиться. Чекаем вот эти вот камни. И прокатываемся вот за тот дальний камень. Там мигает надпись, вернитесь на поле боя. В общем, ну не надо ее бояться. Вот, можно, конечно, здесь даже остаться. Там уже смотри сам по ситуации. Если сюда доехал, уже хорошо. Все. Вот. Респ, они тут появляются, где-то едут. Можно их контролировать. Возле этого камня нежелательно стать, потому что тут холм, из-за него нифига не видно. Но танки будут просто мимо проезжать, и ты не сможешь даже выстрел сделать. На любом БР. Задача. Доехать вот за этот камень. Неважно, как ты это сделаешь. Хочешь здесь прокатиться, хочешь отсюда прокатку сделать, да? Занять этот камень. Да, и ты будешь тут полностью их всех контролировать. Вот они все появляются. Твоя задача только настреливать их. Здесь могут прокатываться, да, если там... Не... Ну, если прицел, видишь, не достает, то там можешь их убивать. Дальше. Вторая прокатка с этой линии. Вторая прокатка заключается вот в этой зоне. Если ты прокатился, здесь могут танки стоять, да. Сделал прокатку вот сюда. Если получится, не знаю, Сэп заедет или нет. Ну, на скорости, там, не знаю, на любом БРе. Вот сюда встать. Да, и опять-таки тут тоже всех видно, ты защищен. Но опять-таки у тебя правый борт подставлен. Неизвестно, кто там, что там, где там может прилететь. Не прилетало, кстати. Поэтому я говорю, что тут тоже такая позиция плюс-минус. Вот. Или вообще тут где-то остаться, как бы, да, и просматривать, где они тут все ездят. Поехали дальше. Не рекомендую вот здесь вот прокатываться. Сейчас еще раз покажу еще одну точку с точки стороны Б, да. Ну, ты, наверное, не раз на ней уже играл, поэтому ты примерно эту карту уже знаешь. Вот. Просто я показываю, как ее, ну, более-менее, может быть, эффективнее отыграть. Вот. Итак, мы с тобой появились вот с той стороны. Можно здесь на этом камне постоять. На высоких БРах не рекомендую, если есть прострел, да. На низких БРах, ну, тяжело по тебе попасть будет, но тоже может прилететь, да, с тебя, с камарника. Ступоголового или остроголового, без разницы. Обычно там какие-то ребята есть, меня вшивали просто, я уже знаю. Леопард меня вшивал, я тут встал, как этот самый, а он меня в тепловизоре и меня вшил. Не рекомендую там прорывать эту позицию, там лобовые столкновения между теми двумя камнями. Лучше здесь прокатиться по-тихому, да? Это первым респом. По крайней мере, ты знаешь, что впереди у тебя танки, ни справа, ни сзади никого нету. Да, чекнул здесь. Здесь уже у тебя идет замес. Сюда выкатываешься,
И тут начинается у тебя уже геймплей. Тут замес может быть тебя тут уже ждут давно. Ключевая позиция — этот камень. Все. Здравствуйте, приехали. Можешь здесь вообще весь бой простоять. Че туда ехать? Тут камень поджимать. Смотри сам по ситуации. Да, дальше прокатка у нас с тобой идет. Опять-таки внимательно смотрим. Вот они здесь все могут быть. Да, вот они, видишь. Вот она вся прокатка. Если тут все чисто, просто прокатываемся. Вот здесь танки могут стоять, да. То есть, ну, ехать надо, типа, ну, значит, едем мы с тобой. Все, заезжаем сюда. И вот мы с тобой оказываемся опять на ключевой позиции. Как отыгрывается этот респ? А также оттуда ты прокатываешься либо здесь, либо чуть-чуть дальше. Не задерживаешь. Все это чекаешь. Задача поджать четвертую линию. Но предварительно, чтобы туда ехать, лучше пока здесь немножко остановиться. Потому что там, ну, можно проехать, но за место все равно в любом случае будет. Вот. Обычно сюда все едут. Приезжаешь сюда и смотришь внимательно, не ездит ли там кто-то, не шевелит ли усами, хвостами. В общем, все это видно. И можно, в принципе, дать какой-то шот. Да, опять-таки, снизу они будут появляться, дать какой-то шот. Иногда лучше туда еще дать арту так, на всякий пожарный, чтобы они не расслаблялись. Все. Вот видишь, эти камни, блин, могут вшить. Дальше поехали. Ты прокатываешься сюда, если все хорошо. Дальше мы с тобой едем на позицию, на ключевую. Сейчас тебе покажу. Ну, тут замес тоже может быть, да. Опять ты чекаешь все вот это вот. Опять-таки, эту дорогу ты чекаешь, да. Вот. И уезжаем с тобой по дорожке. Опять-таки, сзади, вот тут могут танки быть. Кто-то уже может тут прикатиться. Надо все слушать, все смотреть внимательно. Мы же с тобой едем на позицию, откуда нас не смогут достать. И где мы с тобой, в принципе, можем быть защищенными. И нас там противник не ждет. Все же, как правило, едут на точку А захватывать, либо на Б. Вот с этих вот холмиков, да. Наша задача с тобой вот сюда прокатиться, по этой дорожке. Нас не видно, потихонечку мы едем, едем, едем. На любом БРе. Вообще пофигу, блин. Вот, открывается респ. Вот видишь, мы с тобой поджимаем респ, мы тут здесь не светимся. Все. И нам здесь полностью виден респаун. Там танки, если тут какие-то есть, тоже их контролируем. На низких БРах, если поездит, ты сам все поймешь. То есть твоя главная задача будет просто попасть. На этом геймплей, в принципе, закончен. Не надо ничего выдумывать. Дальше уже по ситуации. Хочешь, может, сюда подъехать поближе, да, то есть там как пойдет. Бывает тоже едут, тебя не видят, не замечают. А ты вот он, красавчик, блин. Ну, тут, видишь, ни одного камушка такого нету, чтобы ты был прикрытый. Если попадут, то попадут под себе, блин. Поэтому плюс-минус играбельная зона. Это в той стороне дымы откинул, короче, и заехал обратно. Вот. В принципе, все. На этом гайд закончен. Ничего тут особо выдумывать, говорю, не нужно. Да. Кто-то тут точку захватывает, кто-то еще чего-то. С той стороны хорошая позиция для захвата точки. Это вот этот большой камень. Все. Ничего не нужно выдумывать. Также отсюда. С этой точки. Многие тут стоят где-то, контролируют, да, проезды. Вот. Тут уже такой геймплей начинается. Вот. Опять-таки, да? Вот, видишь? Все. Карта, в принципе, хорошая карта. Очень играбельная. Укрытие, холмики. Можно стоять. И здесь можно стоять, контролировать, да? И здесь можно стоять, контролировать. И тут замес у нас происходит. И самолеты летают. И все у нас весело и красиво. Пожалуйста, один камень. Второй камень на разных БРах. Все, стоишь. Выехал, выстрелил. Здесь выехал, выстрелил. За камнем спрятался. Дымы отбросил, если надо, блин. Нет дымов, ничего страшного. Без дымов. В любом случае, ты прикрыт. Хочешь, здесь можешь выехать. Что за текстура? Хочешь, здесь можешь выехать, да? Но я же говорю, тут такой замес, что... Ну, если продавили, то хорошо. Вот здесь можешь стоять, да? Контролировать. Вот они тут все могут выезжать. Пожалуйста, вот они, блин. Стреляй, не хочу. Также отсюда ты можешь здесь стоять, полностью контролировать, чтобы оттуда никто не ехал и отсюда никто не ехал. Вот, с этого направления. На этом, я думаю, все. Более чем я рассказал. Гайд закончен. Нет смысла
Вот здесь вот ездить. По мосту бывает, ребята, ездить. Пусть они ездят оттуда, отсюда, с той стороны, с этой стороны. Ничего страшного в этом нету. Наша задача с тобой как бы... Ну, можешь даже здесь камень поджать. Но я тебе говорю, тот камень, с которого все прилетает, лучше сюда вообще не ехать. Есть быстрый колесник, хочешь точку захватить, конечно, можно нырнуть. Но с того камня, говорю, тут можно такой грязи наделать. Вот. Так что смотри сам, по ситуации. Как лучше играбельнее играть, где лучше взять выгодную позицию, я тебе показал. То есть некоторые прокатываются прямо сюда, подъезжают к тому камню, да, то есть там уже где-то контролируют. Сверху тебя не видно, снизу ты защищен. Ну, единственное, оттуда тебя могут тоже фокусить. Вот, но если там чувак стоит, он тебя засветит, и в любом случае ты там долго не протянешь. Все, в открытку выезжать не стоит, да, остается только максимально где-то здесь находиться. Либо, говорю, ключевые позиции искать в идеале, это вот в этом квадрате. На этом все. Пиши, что думаешь по этому поводу. Нравится тебе карта, как ты ее отыгрываешь, получается ли у тебя набивать фраги, эффективно отыгрывать. На этом все. Спасибо.